Певица Ольга Бузова внезапно пропала из социальных сетей, а затем вышла на связь с фанатами прямо из больничной койки. Но блогер Дава, который рассказывал о своей неземной любви, не только не пришел ей на помощь, но и подшутил в социальной сети. В сторис в Инстаграм Бузова появилась в плохом состоянии. Девушка отходила после наркоза и с трудом формулировала мысли. Поклонников взволновало состояние певицы. Многие упрекнули экс-возлюбленного Бузовой за то, что он даже не поинтересовался ее самочувствием. Рэпер, как бы издеваясь, опубликовал видео того, как он едет навестить своего приятеля, который приболел. Кстати, покупая для друга мандарины, шоколад, мед и лимоны, Дава поинтересовался у подписчиков. Как вы думаете, кому я еду? Пользователи сети тут же предположили, что Давид едет навестить Ольгу в больнице. Однако оказалось, что Дава просто решил навестить приятеля. Поклонники тут же сделали вывод, что подобное совпадение невозможно, и Дава просто иронизирует над ситуацией с Бузовой. Что бы между Ольгой и Давидом ни случилось, но то, что Манукян пытается похайпить над этой ситуацией, выглядит очень некрасиво. Бро, у меня для тебя есть две крутых новости. Давай, какая первая? Помнишь вчерашние девочки? Так вот, они позвали к себе. У-ху-ху! А вторая? Но без тебя. А что в этом крутого? Ну тебе ничего, а мне хорошо.